Всем привет, мои любимые! У нас сегодня с вами шикарный стол, как вы видите. Ух! Вот это я крикнула. Всем приятного аппетита! Даже не ждала, что крикну резко. Я просто тестировала косметику Faberlic. Возможно, это уже видео будет загружено на канале. Очень долго загружается. Так обожаю морскую капусту тоже. Это вторая часть знакомства. Я уже сразу запишу на частые вопросы, чтобы не повторяться, а придумывать все более новый и новый контент. Такой подкопченный привкус в этой селёдочке. Часто спрашивают, где я живу, в каком городе. Часто мне пишут, что типа я русская и все такое. Я белорусская. Я из Беларуси. Город Мозырь. Городок маленький, малюсенький. Хорошенький, я его люблю. Я именно люблю маленькие города, ребят. Потому что я такой интровертик. Не люблю сильно вот такие, знаете. Ну, как не люблю? Просто мне как-то спокойнее, приятнее в маленьких городках. Даже в деревнях. То есть вот такое, что такое малонаселенное. Вообще у меня даже мечта. Ну, это не на долгое время, может быть, там на месяцок. Уехать куда-нибудь в тайгу. Снять какой-нибудь домик, знаете, там, с семьей. И отдохнуть месяц у камина. Ну, так вот. На отдых чисто. Родилась я в Ветке. Ну, я когда была маленькая, туда уехали. Я еще была новорожденная. Как переселенцы. И так получилось, что потом я заболела. Вот. У меня была онкология. Мама со мной год лежала в больнице в Минске. Ой, точнее, там в Боровлянах. Именно в детском. И врач меня лечил в Чубинске. Очень хороший врач. Там была запущенная форма. В общем, я уже рассказывала об этом. Дальше.
по характеру, насчет моего характера. Но я интроверт. Я такой, знаете, интровертик. Бывает такое, что мне хочется пойти в общество. Бывает такое, что мне хочется пойти в клуб, что мне хочется потанцевать, пойти в ресторан, посмотреть на людей. Ну вот, чтобы я кайфовала по многолюдным каким-то мероприятиям, вот у меня такого нет. Чтобы я там млела и постоянно хотела ходить туда, нет. У меня почему-то вот больше вот я люблю уединяться. Или с семьей со своей, или сама с собой. Характер у меня сложный, потому что я с такими сильными границами, очень такими отточенными, не терплю к себе там неуважения, не терплю к себе грубости, а также какого-то, знаете, там, человек бывает считает, что ударить это норма, а я это не считаю, что это норма. Я считаю, что меня бить нельзя. Нельзя и все. Вот. Ни тихонько, ни чуть-чуть, никак. Кто ты такой или такая вообще, да? Что ты себе позволяешь? У меня очень такие отточенные границы. Если со мной по-хорошему, я всегда отвечу по-хорошему. Но если надо мной издевается, если кто-то меня там как-то, ну... там именно грубит меня, делает пакости. Я таких людей не люблю. И мне как-то писали, да это же хейтеры, скажи, мои любимые хейтеры, а чего я должна говорить, мои любимые хейтеры? Зачем они мне вообще нужны? Ну, по сути, да? То есть мне не нужны люди, которые меня не любят. Это самое главное, к чему я пришла за всю свою жизнь. У меня столько было ошибок, я столько себе шишек набила. Мне не нужны люди, которые меня не любят, которые хотят мне делать больно, меня ударить или оскорбить. Мне такие люди не надо, я не хочу таких людей видеть в своей жизни. Или ментально мне как-то мою душу разорвать. Я не хочу с такими людьми общаться. Я не хочу общаться с такими людьми, которые за моими спинами ржут. С меня. За моей спиной. Мне такие люди не нравятся. Я таких людей не люблю. Также не люблю людей, которые... Допустим... предлагает что-то съесть, а потом за спиной обсуждает, что «Ой, она сожрала, это все представляешь?» Или мне тоже была такая знакомая, говорит, «Вот я предложила ей, съешь это, представляешь, она сожрала!» «Ты же предложила!» Ну, то есть вот такого, что я тоже не люблю, что типа «Ой, а она мне не подарила, ой, а она мне денег не дала, ой, она мне это...» Я считаю так. Я всегда говорю по правде. Это чисто мое, я никому не навязываю. Что типа там все так должны жить, это чисто мое. А если мне нужно, там, допустим, нужны были от мужа деньги, я всегда говорила, мне нужны деньги сейчас. Я не скрывала. Я говорила, вот да, вот мне сейчас нужны деньги. Вот мне не хватает сейчас любви. Ну, то есть я говорила прямо о своих желаниях всегда. Я... люблю людей, которые говорят сразу прямо о своих желаниях. Что сделай мне массаж, сделай мне кофе. Вот я хочу это. Это не значит, что я 100% побегу это выполнять, да? Но я буду хотя бы понимать, что человек хочет. А не так, что он молчит, обижается себе в психушку.
Я даже не знаю, чего обижается. Вот, это я вам высказала. Ну, вы поняли, я такая заводная, больше холерик, моментами меланхолик. Я очень-очень-очень разнообразная. Я бы сказала, я какая-то универсальная. Я настолько офигенная. Я вам серьезно говорю, что раньше я себя недооценивала. Сейчас я поняла, что я вот. У меня самоценность поднялась выше крыши. Я все умею. Я все могу. Я могу и готовить, и себе ноготочки делать, и себе макияжик сделать. И в одиночестве насладиться. И прополоть огород, грядки. И нарубить дрова я могу. И тесто могу приготовить, и выпечку, и классный торт сделать. Ну, то есть, я поняла для себя. Это не то, что я хвалюсь там, чтобы кому-то понравиться. А вот чисто вот, что я могу все и деньги зарабатывать. И да все, что хочу. Все, что хочу, я получаю. Был опыт, что я себя недооценивала. А оказывается, что я, да еще та умняшечка. Умничка. Дальше что? Что меня еще часто спрашивают? Есть еще, кстати, первая часть, ребятки, видео. Бывает, пишут, что я не работаю, там это то. Я думаю, что вы взяли? Я работаю уже много-много лет. Много лет я работаю. Чего вы взяли, что я не работаю? То, что я снимаю видео, это мое хобби. Канал, это мое хобби. Я отсюда не получила ни копеечки. Типа, ты тут зарабатываешь. Что тут зарабатывать? Ты видел, сколько у меня просмотров или... Ты посмотри, ну, как бы, своими разуй глаза. Попробуй просчитай что-нибудь, мозг включи. Поинтересуйся, поизучай что-нибудь. Информацию поизучай. Прежде чем... О, ты тут зарабатываешь, ты тут зарабатываешь. Канал — это моя отдушина. Канал — это моя любовь. Это мое развлечение. Ну, это то, что я люблю. И если будут деньги тут, это супер, это класс. Это будет для развития канала, это будет там для развития моей жизни, да? Ну, пока тут денег нет, как бы. Я работаю всегда. И вот... Иногда почитаешь комментарии, да, или послушаешь каких-то там балаболов. И аж плохо становится. Думаешь, какой-то противный человек тупой. Вот. В общем, как вы поняли, если на меня нападают, если меня обижают, я всегда защищаюсь, себя защищаю, отстаиваю, если считаю нужным. Бывает такое, что я просто отстраняюсь и думаю, зачем оно мне надо сейчас вообще в этот момент? Лучше я пойду себе кофеечку налью, включу себе сериальчик рождественский и буду рисовать свою картину. Да? Все. Ну, как бы, вот так вот. Еще один факт, ребят. Когда я стану огромным таким классным популярным блогером, да. Если вы меня увидите на улице, я буду идти одна и где-нибудь возле леса, и где-нибудь там, где мало людей, потому что я люблю такие вот малолюдные места, я могу где-нибудь сползать.
Ну, у меня вот такое есть. Я могу ползать где-то подальше от города. Вы можете меня там увидеть очень даже. Вот. И или там где-нибудь на речке, где-нибудь там в каких-нибудь озер, вот возле озер, возле вот какой-то природы. В общем, не подходите ко мне лучше. Я испугаюсь очень сильно, потому что я пересмотрела столько ужастиков. Ко мне лучше подходить только там, где много людей. Там я себя чувствую хорошо. Вот. В магазинах. Ну, там, где многолюдно. А там, где я вот одна, я обычно, если где-то одна лажу, я лажу только для того, чтобы морально отдохнуть, физически отдохнуть. Я могу так испугаться, что всем мало не покажется. Там будет карате, кунг-фу. Все, сразу. Так что даже если увидите, даже если это, то понимаете, что я сильно испугаюсь, это будет, это уже будет и звонок в милицию. Что-то в таком стиле. Возможно, из-за того, что меня папа приучил как-то с детства защищаться, себя защищать, да, как-то вот о себе заботиться. Всегда говорил, смотри, а то еще раздерут как жабу. И может, поэтому я стала такая, ну, это в плюс. Пусть я лучше буду дома в безопасности, в защите. Лишний раз перебью. Где-то так. Но со мной будет все хорошо. И даже психотерапевт мне говорит, Гарри, лучше перепиздеть, чем недопиздеть. Лучше себя лишний раз защитить. Чем дать кому-то себя обидеть. Я не уживаюсь в коллективах, потому что не люблю какие-то рамки. И не люблю, когда мной командуют. Когда мне что-то, ну вот я очень часто огрызаюсь в каком плане. Не ругаюсь, но я не позволяю с собой управлять. Я не люблю этого. Я не люблю, когда меня диктуют, что делать. Мне как уже не угрожали тут, как уже что не делали за всю мою жизнь, как уже меня только не это, я нет, не сдаюсь и все, и не сдамся, не собираюсь. Вот где-то в семье, помню, как в качестве какого-то компромисса я иногда могу так это снизойти, знаете.
Ну, или я себя человека очень-очень люблю, ему у нас очень близкие отношения. То да. Если ко мне хорошо относятся. А такие люди есть. Такие люди есть действительно. Которые прекрасно понимают, что у каждого человека есть личные границы, и твои уважают, и свои не дают переступить. Если где-то переступишь, там, так, подожди, вот это вот, ну, человек сразу дает понять, что сюда не надо лезть. В общем, я очень разносторонний человек. И еще есть люди, которые... живут вот, допустим, ежедневно одинаково, да? Меня такие тоже не понимают люди. Я ничего плохого никому не отношусь. Вообще, мне, как бы, я считаю, что каждому свое. И я где-то даже немножко завидую, когда человек может жить каждый день однообразно. Я не могу, я просто, знаете, увядаю. Я увядаю в однообразии. Мне надо каждый день, чтобы мне что-то было вот это кишило. Какое-то творчество, какой-то бунт. Ну, что-то вот такое вот прекрасное. Или куда-то съездить, порисовать, что-то такое яркое сделать. То есть мне надо какие-то такие эмоции разнообразные каждый день. Каждый день. Вот. А у меня, допустим, муж, когда раньше мы жили вместе, он приходил домой, там ляжет, отдохнет после работы, встает и опять на работу идет, опять приходит, ляжет, отдохнет. И это очень однообразно. Там, типа, придумать сходить куда-то, прогуляться. Ему не нужно это. Вот я даже завидую порой таким людям, я вам серьезно говорю, я очень завидую, что они могут спокойно отдыхать в удовольствии вот так вот. А у меня такое ощущение в таких моментах, что у меня вся жизнь пролетает. Ну, и это ужасное чувство. У меня полное ощущение, что жизнь улетучивает куда-то. У меня такого вот нет, чтобы я должна там... сижу каждый день, вот как-то вот у меня каждый день, даже вот по дороге я пойду, но по другой. У меня каждый день разнообразная еда, есть каждый день одно и то же, мне неинтересно. А муж мой может есть вот это одно и то же, ему как-то вот все равно. Потому что он-то, у него есть такое, знаете, он очень терпеливый человек сам по себе. Я говорю, что он такой терпеливый, и у него такая сила воли есть, и все мы разные. Это же прекрасно, если бы мы были все одинаковые, было бы скучно тоже. И я говорю, что раньше я всегда смотрела и удивлялась, и завидовала. Вот как человек так живет, и ему все нормально. Он говорит, вот я не понимаю... Ну, на меня говорит, я не понимаю, что ты постоянно вот ты туда-сюда, туда-сюда, вот тебе не сидится. Я говорю, потому что я увядаю. Увядаю на одном месте, мне неинтересно. Я очень сильно вас люблю, обожаю, целую. До новых встреч, пока-пока. Благодарю за просмотр.